Заседание Государственного антинаркотического комитета состоялось сегодня в Доме правительства. Его провел министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции. Конференцию приурочили к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Участники заседания обсудили опыт реализации антинаркотической политики в Республике Татарстан. Она входит в десятку лидеров среди субъектов России по финансовому обеспечению программных мероприятий в этой сфере. Члены комитета рассмотрели и проект ежегодного доклада президенту нашей страны о складывающейся наркоситуации. Документ содержит как правоохранительные, так и медицинские аспекты. Председатель Государственного антинаркотического комитета высоко оценил значение всероссийского мониторинга. На его основе готовят предложения по повышению эффективности принимаемых мер. В последние годы наметились новые тенденции, повлекшие изменения структуры наркорынка. Отмечается увеличение удельного веса изымаемой синтетики. В то же время растет число пациентов с зависимостью от психостимуляторов. Владимир Колокольцев сообщил, что в мае утвержден новый план реализации стратегии государственной антинаркотической политики. Предусмотрен широкий спектр мероприятий по линии 16 министерств и ведомств. Большая работа предстоит и на региональном уровне.